Наблюдатели ОБСЕ прибыли на Донецкий КПП «Еленовка», который минувшей ночью подвергся артиллерийскому обстрелу. Как сообщили в Минобороны ДНР, под огнем украинских силовиков погибли 5 мирных жителей. Более десятка человек получили ранения. Все произошло в районе 3 часов ночи. Стреляли, по всей видимости, из 120-миллиметрового миномета. Снаряды попали в машины и жилые дома. Также повреждено здание больницы. Хотел бы отметить, что перед этим летал беспилотник. Поэтому могу заявить однозначно, что это спланировано было специально против гражданского населения. Командир, который отдал этот приказ, его нельзя назвать ни офицером, ни человеком. Это что-то бесчеловечное. От взрыва, когда по шиферу начало бить, проснулся и команда в подвал. И все. Ну, перед тем, как бежать в подвал, увидел горящую машину, вышел. Думал, дом горит. У нас всегда, если дом горит, надо бежать. Сейчас пункт пропуска закрыт. Всего же за последние сутки ополченцы насчитали 16 случаев нарушения режима прекращения огня с украинской стороны. В свою очередь, в Киеве также заявляют об обстрелах с позиций ДНР, в результате которых, как сообщается, ранения получили 5 военнослужащих.